Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. Диана и Арина Аверины не скрывают, что у них есть проблемы со здоровьем. Гимнастки много раз получали травмы, но снова и снова возвращались в оптимальную форму. Впервые о травме Дианы Авериной заговорили в феврале 2020 года, во время чемпионата России по художественной гимнастике. Тогда спортсменка выступила очень неровно, в результате чего заняла только третье место. После заключительного выхода на ковер Диана даже не смогла самостоятельно уйти. За кулисы ее сопровождали медики сборной. Личный тренер сестер Авериных Вера Шаталина не отрицала, что у ее ученицы есть проблемы со спиной. Травма оказалась настолько серьезной, что участие Дианы в следующем спортивном сезоне было под вопросом. И все же гимнастка нашла в себе силы на тренировки и выступления. Травма спины очень серьезная. Я ее получила в 2020 году. Когда мы узнали, что Олимпиаду перенесли, мой лечащий врач предложил сделать операцию, но он меня предупредил, что будет долгое восстановление. Не было гарантии, что я восстановлюсь. Я сказала нет, я буду терпеть, рассказала недавно Аверина. В результате на Олимпиаде Диана выступила блестяще, но даже это не помогло ей получить золотую медаль. Заняв второе место, спортсменка не могла сдержать слез. Оно и понятно, ведь Авериной снова придется выносить тяжелые тренировки и выступления. Сейчас будем что-то решать с врачом. Травма мешает в голове. Я хожу, лежу и сижу. Спина все ноет. Когда начинаю прыгать и гнуться, то она отдает мне в ногу. Я подворачиваю правую ногу. Очень сложно, делилась спортсменка. Стоит отметить, что у сестры Дианы Авериной тоже случались серьезные травмы. В начале июля она повредила ногу, из-за чего не смогла выступить на Кубке вызова в Москве. После квалификации на Олимпиаде многие журналисты отметили, что гимнастка держалась за поясницу. Тогда Арина отказалась говорить о травмах. Остался один день потерпеть и все. Коротко ответила на вопросы Аверина. Нужно понимать, что художественная гимнастика довольно сложная дисциплина. Спортсменки мерятся с огромными нагрузками на спину и все группы мышц. Однако Ирина Винна-Русманова всегда тщательно следит за тем, чтобы рядовые травмы не перерастали во что-то серьезное. Сейчас обе спортсменки восстанавливаются после тяжелых выступлений. Напомним, что спортсменки признались, что последние события стали сильным ударом. На то, чтобы справиться со стрессом, потребуется много сил. Мы вчера выплакали все слезы, которые у нас были. Стресс и усталость дали о себе знать. Сегодня мы тоже очень переживали, смотрели, наблюдали с трибуны. Даже страшнее, чем когда ты внизу находишься и выступаешь, призналась Аверина. Мы хотим пожелать всем терпения, не унывать и не уходить в себя. Главное, что этот этап прошел, нужно жить дальше. Ранее Арина заявляла, что уйдет из спорта, но ее сестра уверена, что им обеим удастся продолжить борьбу за олимпийское золото. Как сложится судьбы девушек, покажет только время.